Утром жители нескольких домов на улице Тельмана подскочили от звука, похожего на взрыв, и увидели, как во дворе полыхает пламя. Люди говорят, сразу поняли, это горит что-то на газовой подстанции. Да, надеюсь, мы тут не загорим все. Было страшно, рассказывают очевидцы. Дома вокруг все на газе. Еще больше жители напугались, когда, по их словам, не увидели поблизости спасателей. Продолжалось такое факельное шоу не меньше получаса, а потом, само собой, все погасло. Реакцию людей понять легко. У красноярцев на слуху ЧП со взрывами заправок, падающими кранами и обрушением стен. А вот специалисты Крайгаза очень спокойно объясняют. Они всего лишь планово меняли вентиль. Для этого выжигали пары. Кстати, предупреждать жильцов, по их словам, они не должны. Достаточно предупредить пожарников и согласовать с оперативными службами города Красноярска. Летом мы ведем какие-то работы, да? Там, конечно, вешаются объявления, возможно, отключение газа. Здесь ни отключения газа, ничего совершенно не было.